Я помню, по-моему, на Генассамблее ООН Путин предлагал реструктуризацию Украины по 1 миллиард в год. И Яценюк от этого отказался. Я напомню, что российский кредит нам давался под 5%. Ту реструктуризацию, которую подписала Украина и которой так гордился Яценюк, подписана под 7,7%, 12 миллиардов. И 3 миллиарда, вы помните, да, это вообще сдача национальных интересов, подписаны с привязкой к проценту роста ВВП. И мы за эти 3 миллиарда можем отдать 23, а может быть 45.